Кашхабском районе продолжает действовать программа инициативного бюджетирования, в рамках которой в сельских поселениях при активном участии жителей благоустраивается окружающая среда. В этом году финансовую поддержку получили 8 проектов, победивших в конкурсе. Среди них и проект по благоустройству парка в ауле Бличепсин, работы по реализации которого уже начались. Местом для парка стала площадка по улице Калинина. Это центральная часть аула. Ход благоустройства будущей зоны отдыха находится под личным контролем главы сельского поселения. Каплан Шевгенов отмечает, что современная парковая зона должна стать удобным местом отдыха для аульчан самых разных возрастов. Работники подрядной организации ООО «Батстрой» уже подготовили основания для укладки тротуара, установлены бордюрные камни. В парке появятся ухоженные прогулочные зоны, новые скамейки, урны, уличное освещение, система автополива. Общая стоимость проекта составляет 3 миллиона рублей. Надеемся, что новый парк станет хорошим местом для проведения досуга населения аула Бличепсин.